Более 100 новых базовых станций ЛТЕ запустили МТС на территории региона с начала года. Цифровая трансформация – одна из национальных целей развития России до 2030 года. Основная задача – создать устойчивую, безопасную и высокоскоростную инфраструктуру связи. О цифровизации районов из села Барлак сюжет Екатерины Новгородцевой. Трасса федерального значения «Сибирь» – дорога ведет в Иркутск по левую сторону село Барлак. Долгие годы с мобильной связью здесь было не очень хорошо. Сейчас проблема решена. МТС запустила скоростную сеть ЛТЕ. Преимущество сотовой связи в том, что нет необходимости тянуть сотни метров кабеля. Для бесперебойной работы достаточно одной базовой станции. В поселке живет около 400 человек. Нет ни больницы, ни ФАПа, ни школы. Почту и ту закрыли. Мобильный интернет – единственный способ связаться с миром. Речь и о безопасности, и о комфорте, а также о работе и учебе. Раньше, говорят местные жители, за интернетом надо было буквально в гору лезть. Сейчас даже видеосвязь работает стабильно. Интернетом плохо было. Приходилось, то есть, если даже куда-нибудь сусеть или куда выйти, приходилось в магазин уходить, ну, с дома уходить на улицу, то есть поближе, как к трассе, к городу. А потом, как установили то ли вышку, то ли что там, ну, даже дома, то есть лежа на кровати, можно уже было смотреть видеоролики без проблем, все на свете, как бы. Вопрос обеспеченности районов нашей области качественной связью и интернетом совместно решают администрации муниципальных образований, операторы сотовой связи и Министерство цифрового развития Новосибирской области. Это и цифровые образовательные ресурсы, это и просто доступ к интернету для получения какого-то важного социально значимого контента. Программа продолжается, и в ближайшее время планируется все населенные пункты от 100 до 500 жителей закрыть вышками сотовой связи, скоростным интернетом 3G, 4G. С начала года МТС прибавила на карту более 100 новых площадок, из которых треть в районах области. Базовые станции с ЛТЕ появились и в отдаленных селах, где живут меньше 200 человек. Это Минина в Татарском районе, Сары-Балык Чановского района и Новогутово Барабинского района. Благодаря новому покрытию и обновлению сети доступ ко всемирной паутине на ЛТЕ скоростях получили более 120 поселков и деревень. Екатерина Новгородцева, Алексей Зубило, новости ОТС.